Для воспитанника Академии «Крылья Советов» 12-летнего Тимофея Богомолова футбол – это не просто игра. Тимофей занимается им уже 5-й год и за это время стал центральным защитником и капитаном команды. На 18-м межрегиональном детском турнире на Кубок имени Виктора Карпова команда Тимофея заняла 1-е место, выиграв тольяттинцев из «Акрона» Академии Коноплева со счетом 1-0. Победный гол забил сам Тимофей. Напряг в конце, если при счете там 1-0. В финале каком-нибудь, за эмоции. Настрой, боевое настроение хорошее. Турнир на Кубок Виктора Карпова, легендарного самарского тренера, проходит ежегодно. География его участников со временем только растет. На эти соревнования съехались 8 команд. На поле вышли игроки из Чапаевска, Отрадного, Тольятти, Сызрани, Сергиевска, Новокуйбышевска и Димитровграда. Турнир имеет характер не только спортивный, не столько сказать спортивный, но и просветительский. Футбол жил, жив и, естественно, будет жить. Этим турниром мы соединяем поколения ветеранов, тех героев, которые строили наше государство, в том числе и спортивную составляющую, и будущее, которое, мы надеемся, будет звездами не только отечественного футбола, но и мирового. Поддержать футболистов пришли ветераны спорта. Один из них – Анатолий Фетисов, много лет игравший за «Крылья Советов». Сам когда-то тренировался под руководством Виктора Карпова. Рассказывает, это был самый лучший тренер. Для нас, ветеранов, интересно посмотреть, какая растет смена. Позавидовать условиям, в каких они сейчас тренируются. Пожелать им успехов, чтобы когда-нибудь увидеть их на поле в лучшей нашей команде. Каждому участнику по окончании турнира вручили памятные подарки, а также листовки с информацией об истории команды «Крылья Советов» и Викторе Карпове. Полина Чулюкова, Сергей Баскин. События.